приехали. Девочка, а вы откуда? Чкаловск. Чкаловск. А что это за модель? Фу, за пород, породи? Это уэльский пони, полный пони. Уэльский? Да. Это Англия, значит, да? Ну, типа того. И сколько лет? 3 года. Молодняк. Девочка, мальчик? Девочка. Молодняк. Понятно. Вот так вот. Игрушка. Праздник города почти подошел к концу. Мы его до конца не ждали. Так собрались втроем. Я, Карл, Александр. Александр с женой. Вот Александр там гуляет. Карл здесь. И вот и поехали в Гурьевск. Сейчас поедем в один музей. Но по пути заехали немножко перекусить. Сейчас мы находимся в Гурьевске, километров 10 от Калининграда. Вот на 3 кроссовочках мы дали шоров. Сейчас поедем перекусим и поедем в автомото. Вечера после ретро-музея Юрия Сизова мы решили прокатиться и злоупотребить гостеприимство нашего комрада Александра. Вот приехали к нему в гости. Карл, да, готовит гараж. Сейчас мы туда будем наши скакунов загонять. Вот решили злоупотребить его гостеприимством. Вот тут мы сегодня походу забуксуем. Вот. Саш, ну вот я тут говорю, что вот мы решили так сознательно злоупотребить вашим гостеприимством. Злоупотребляйте! Да. Ну вот. В музее было классно. Ну вот сейчас наших коней сюда загоним. И процесс пошел дальше. Так, ну и я за ним тоже сразу сзади. Ну вот, замечательно. Поехали. Ну вот, подошли к Сашиными владениями. Это такой пруд. Пруд, карпы водятся. А какая рыба водится? Карп, зеркальный, карась. Карась, да?
Карась дебильный. Карп зеркальный. Клюет на все, что шевелится, да? А такое ухоженное озерцо. Это еще немецкое, с немецких времен озеро было. Вот. Все так обложено бетонным камнем. Блин, вообще классно. Классно, классно. Точно классно. Ну вот, сегодня мы тут немножко забуксуем. Хозяйство. Красота, природа. Вот Сашина дочка. Ну просто красота. Ну пробуем, что мы умеем. Вот Александра, старшая дочка. 17 лет девочке. О, как копает. О, как копает. Как зовут дочку? Лена. Вот, Лена едет обратно. Ух как, ух как. Ну, молодец. И телефон чуть не потеряла. А? Телефон чуть не потеряла. Вот, вот была вот травма душевная. Ну вот новое поколение. Девочки у нас тоже умеют кататься. Все происходит. Молодец. Ну просто молодец. Молодец. Ну вот, Карл сейчас будет тоже тестировать этот мотоцикл. Поехал. Да, снизов копает. Уху, урод угнался. Если сравнивать с японцем, то немножко смешно. Да? А это что? А это что вообще? А, Китай? Да, конечно. Но на этих, ну, с места копает, в принципе, да? Нашел с чем сравнить. Не, ну, прикольно, если он будет служить, то почему бы и нет. Ну, да? Сколько девочки надо-то? Ну, конечно, вот. Конечно, не, выше крыши. Ну, уезжайте. 17 лет девочки, так это ж на радость, просто на радость. Тут не у каждого мальчика есть, а тут есть у девочки. Во! Да. Так что тут все, от мальчиков не отобьетесь сейчас. Да. Сейчас новое поколение молодежи, значит, девочки катают мальчиков. Да. Да. Если мальчики в это время не сидят в телефоне. Да-да. О, подругу. И все. И к мальчикам. Все происходит. Да, да, реально все происходит. Нет, скажите, абсолютно. Абсолютно, да. Поехали. Ну вот, вчера мы погостили у Александра из Толпаков, злоупотребили его гостеприимством. Потом мы поехали к Андрею из Калининграда, вот его Ява 634. И потом мы все вместе поехали уже к Денису. Все равно, вот, Андрей снимает меня, Денис, Карл, Дениса сын. Да, так что мы сейчас находимся у Дениса Тюна, Дениса Иванова. Вот, ну, попозже, наверное, сходим, посмотрим, что да как. Но сегодня уже понедельник, с 23 июля покатушки продолжаются. Ну, в день как минимум по 200 километров мы тут шалим. Вот, так что у нас тут все происходит, все хорошо, мотоциклы не ломаются, все классно. Вот приехали к Денису. Денис ожидал нас сегодня, специально было договорено уже, да, все. Вот, ждал, так что ждал, вот. Ждал. Да, я даже догадываюсь, почему. Зачем? Две причины, почему ждал. Очень две сильные причины. Да, подшипники приехали. И оптика. Она, кстати, так. Понятно. Практически не пользуюсь, да, вот подшипники надо. Да, вот 34-ка, 7-ка. Андрей сам его поднимал, все, мотор колол, все. Какие планы у вас? Что предлагаете? Планы какие? Насколько вы к нам? Ребята. Нет, ну такие планы. Нет, когда речь идет о планах, сразу наводит на определенные мысли. Нет, вы так планы такие. Здоровья надо много. Да. Дури хватает. Покататься, наверное, да, хотите? Вообще-то нужно все эти, наверное, поужинать куда-то, что-то аппетит пробило. А потом можно думать. Это что такое?
Это вот видишь тут. Ошибочка. Тупо феншую. Да. Жапан. Спасибо. Все как положено. Так что Урал зашепчет. И моя лепта будет в этом движке. Для вас там тоже лежат запчасти. А, ну на замену как раз. Как раз на замену. Будет. А, кстати, знаете, что вы можете сделать? Что мы можем сделать? Если вы хотите... Алло, всем привет. Сегодня 24 июля. У нас все продолжается. Катаемся по полному ходу. Ну вот вчера мы были у Дениса Иванова. Там посидели, поужинали, потрепались. Было о чем потрепаться. Ну и, в принципе, уже потом вечером вчера поехали по домам, по казармам. Сегодня утром опять приехали к Андрею. Андрей, наш вашим. Мое почтение. Всех приветствую. Да, и все. Вот сегодня, значит, устраиваем такие забойные покатушки. Съездим в Зеленополе. Там надо мне жену встретить. И потом поедем в Мамоново. Я там когда-то служил, в командировке был. Это Молчанин у меня там. Вот хочу туда съездить, когда Молчанин. Он, кстати, еще даже не в курсах, что я сегодня туда приеду. Вот. Ну, на пирс сходим, искупаемся, может быть. Потом обратно на Калининград. Опять к Денису. Там у Дениса хочу кое-что поснимать. Вчера так и не получилось. Так что сегодня полный день покатушек. Вот мы тут собрались три красавицы. Семера. Андрюха на семере. А Андрей тоже наконец до воли дорвался. Что одному уже не интересно кататься, правда? За полгода 20 километров поехал. Ой, это много. У вас там пару нулей не упало случайно куда-нибудь? Не заблудились пару нулей? 20 километров за 2 года? Это сильно. Если вам Георгий дали это самое, ну, как не приз, а номинацию за долгий путь, мне бы дали, наверное, за короткий путь. Карл, какое вообще впечатление, какое настроение? Как всегда, как каждый день. Ну я же говорю, вам погоду привез, радуйтесь. Ну пока здесь есть погода. Погодой повезло, ездим, не слазим. Да. Ну вот вчера наездили, ну вообще вчера мало наездили, только 140 километров. Ну это да, это уже мало. Да, это действительно мало. Ну движуха была сильная. Ну да, ну мы катались вот с места на место, и потому как бы километраж был маленький, а программа прошла... Я смотрю, да, как будто что-то мы вчера проехали, вроде всего-то 10 километров. Это мы проехали... Это мы проехали 140, потому что мы еще с Толпаков ехали. А, ну да. Да. А если тут на месте мы проехали километров 80-70. Здесь на месте? Да. 70-70. А вот видишь, что у меня, значит, спидометр врет. Наверное, все-таки не 20 километров. Понятно. Так, все, ну мы заводим своих коней, все, и поехали. Поехали. Продолжение следует.
сегодня. Покатались по Калининграду туда-сюда, рванули на Мамоново и приехали на залив. Вот он, залив Мамонове. Там, в принципе, напротив, там уже Балтийск. Вот напротив Мамонова, Балтийск. Вот приехали. Так. Тут уже идет фотосессия полным ходом. Здрасте, здрасте. Да. Фотосессия полным ходом. Сейчас будем. Ну, Саша, Андрей у нас на обкатке, потому что мы так, ну, довольно медленно едем, 70, даже 80 не получается, так 70. А так хотелось бы 110 впаять. Ох, как хотелось бы. Ну вот, сейчас, походу, наверное, сходим, сполоснемся чуток. И потом я к своему однополчанину заеду. Тот самый недалеко мы у него были, дома на месте не было. Едем, едем и едем. Погода нам очень сильно благоволит. Хорошая погода, действительно очень хорошая погода. Так что впечатление выше крыши. Мотоциклы едут, мотоциклы работают. Ну все, только ехай. Только ехай себе спокойно. Пойдем сейчас. Вот, надо немножко сполоснуться. Поехали. Или поплыли. Подошел поближе к самому берегу. А тут люди купаются, молодежь радуется. Наверное, надо зайти нам тоже кто-то в полосу. А вот Балтийск напротив. Там напротив. Погода хорошая, ветерок. Попробуем тоже сполоснуться. Смотрите, кто к нам приплыл. Два лебедя. Красавцы! Ох, красавцы! Вот один. Вот второй. Наверное, парочка. А мы пошли уже искупались. Ну, чтоб не соврать, я туда метров 200 зашел, мне по пояс. Я устал, вернулся обратно. Но искупались. Вода теплая. Настолько теплая, что трудно объяснить. Настолько теплая вода. Так, вот наши загорают. Колхозный загар, да? Карл, покажи руки. Так как колхозный загар. Да-да-да-да. Андрей, на кого целимся? Ох, какой красавец. Поплыли. Вот этот вот побольше, похоже, наверное, самец. Там вот самочка, наверное, поменьше. Очень похоже. Вот он вот, вот, залил. Соленая вода. Вот теплая, она получилась какая-то. Да, заросло здесь все, заросло. Когда я здесь был в 83-84 году, здесь было гораздо круче. Так, ну вот. Сейчас мы съедем. Ну вот в данный момент мы находимся в Калининграде, буквально в центре. Мамоново были, посетили моего бывшего однополчанина и поехали в центр Калининграда. Вот этот центральный столб, монумент Великой Отечественной войны. Вот. И в центре города, где собираются местные байкеры. Их тут, действительно много. Кто на чем гораст. Вот. Вот Андрюха. Карлуха тоже где-то здесь ползает. Весь в телефонной связи. Ну и вот тут местные байкеры все собирают. А вон Карл пошел здороваться. Так что сегодня день насыщенный. Погода просто на убой. Катаемся весь день. Были в Мамонове, были в Зеленополе, Луговом. Даже намочиться успели. А, да, искупались. Все там, все как положено. Вода, трудно объяснить, насколько она теплая. Трудно объяснить. В общем, я был поражен. Вот, сейчас тут 9:30 вечера. Мы в Калининграде. Ну, немножко потусуемся, ну и располземся по казарам, как говорится. Вот наши красавицы стоят. Это моя. Андрюхина дальше. Ну и Карла. Все просто очень good, как говорится. Ну, очень good.
Вот. Ну и тут местные байкеры калининградские тусуются. Мы тут приехали их немножко разбавить, порадовать, как говорится, взгляд. Вот. Ну вот так где-то. Ну все остальное, походу, будет на завтра. Ну вот, вчера вечером мы покатались по центру города. Оторвались с местными байкерами туда-сюда, поехали домой, отдохнули. И сегодня едем на Светлогорск. На Светлогорск, на море. Ну вот нас тут уже четверо. Три люксы и 34-я, седьмая. Вот тут Карл. Я здесь. Карл, я как всегда, да. И Александр Столпаков, и Андрей. Да, он же. Так что сейчас мы поедем в Светлогорск, искупаемся. Тоже там. И вот наши кони. Ой, бегают по городу. Красота. Просто красота. Четыре явы, это уже солидно. Так что вот, у нас тусовка продолжается, все происходит очень замечательно. Я наехал уже примерно 800 километров только по Калининградской области. Вот туда едешь, туда, ну в день так примерно по 150, по 200 километров мы все время накатываем. Вот так вот и получается. Ну вот сейчас тут немножко потрепимся от радости, ну и все, и поедем в Светлогорск на море, на променад. У нас все происходит. Ну вот стоим уже в Светлогорске на переезде, сейчас перескочим переезд. О, я чуть по башке, кажется, не получил. Вот стоим, загораем. Вот улица. Доехали быстро. Так, все нормально. Сейчас вот паровоз проедет мимо, и тогда мы дальше рванем. Так, маленько. Но не замерзли? Нормально, отлично. Такие тучи поперли. Ну вот стоим на переходе, на переезде с дорогом. Загораем под красный свет. Все происходит. Едем дальше. Огонь вообще. Ну вот сейчас мы находимся в Светлогорске прямо на променаде. Заехали, море Балтийское, люди кругом ходят. Они нам мешают, мы им мешаем. У нас все происходит. Вот, наконец мы в Светлогорске. Находимся, вот оно, Балтийское море, променад. И тут так мы четко устроились. Вот там вдоль моря, там такая как пешеходная зона в обе стороны. О, какие красавцы здесь стоят. Четыре отполированные, надраенные явушки. И вот оно, море Балтийское. Сейчас пойдем искупнемся. Обязательно искупнемся. Вот. Просто красота. Так что у нас все происходит и все продолжается дальше. Сейчас пойдем купаться. Ну просто красота. Вот оно море. Вот оно море. А тут уже все происходит. Все загорают. Красота. Продолжаем.